Так, смотрите, у меня есть бесплатные карты какие-то, ребят. Давайте откроем. Ох, шапка это, ведерко это у меня прокачалось. Обычная шляпа, я не знаю, зачем она нужна. Так, ну ладно, это бесплатные просто карты. А, Ольга Бриженюк. Макс, передай мне привет. Привет тебе, Оля. Так, Паук Плей, ну передай привет. Ну, Паук Плей, я тебе передавал уже привет. Так, ну что же, ребят, давайте откроем ящики. Начнем с обычного сундука. Парные сабли прокачались. Хорошо. Максим, так, передай привет, ты очень крутой. Инфиг 505, привет тебе. Максим Готьван, Макс, твой канал офигенный, спасибо. Передай мне привет, передай привет Саранску. Саранск, тоже привет. Передай, пожалуйста, привет Риге. Всем привет, ребят. Ребят, зайдите, блин, на мой стрим, а что, пошу только, я плохой стример. Я плохой стример, но все зайдите, пожалуйста, говорит. Так, ладно, давайте открываем. Редкий сундук. Я не бот. Жду с радостью 1 миллион на твоем канале. Ну, надеюсь, что такое будет, ребят. Спасибо. Спасибо большое. Так, золотую кнопку. Сними Хили Климп Рейсинг 2. Да, Хили Климп Рейсинг. Так, давайте бонусную карту поглядим. Я просто немножко звук отключу и поотвечаю на ваши сообщения, пока идет. Так, давайте продолжим. И откроем еще один редкий сундук. Почему ты бросил Clash Royale? Я уже говорил об этом, ребят, потому что у меня все удалилось, а заново начинать неохота. Так, Михаил Зайцев, тоже привет тебе. Дмитрий Паньков, тоже тебе привет. Назар, тебе привет передаю. Так, Илюша Cool Game, передай мне привет. Привет. Так, а что такое прямой эфир? Прямой эфир — это что сейчас идет, ребят? Это стрим. Так, нет, легендарной карты, к сожалению, не выпало. Ладно, ребят, так, есть, по-моему, у меня деньги. Давайте купим бустеры. Так, передай Дан Майнкрафт. Я тебе привет уже передавал. Фанатам Фредди. Фантайм Фредди, тоже тебе привет. Ирина. Максим, ты не читаешь мои комментарии? Почему? Читаю. Передай мне привет. Привет всем. Привет, ребят, привет. Так, давайте купим бустер. Попробуем его... Откроем, посмотрим, что выпадет. Может, редкая. Так, Полина Куликова, привет тебе тоже. Желаю 2 миллиона подписчиков. Спасибо, Максим. Так, погнали, что у нас тут? Ух ты, металлический Шангжоу прокачались. Кстати, они мне понравились, они очень быстрые. Китс, меня зовут Женя, передай мне привет. Привет, Женя. Так, я всю игру прошел. Мой шлем садника, стеганый доспех и гуань дар стражника. А, круто, круто. У меня, кстати, тоже Гуандао уже есть. Егор, я тебе уже передавал привет. Егор, передаю тебе привет. Егор Журавлев, привет. Полина Куликова, привет. Максим Готьман, привет. Вау, смотри, заочный обруч прокачался. Вот сейчас круто. Облегченный колпак. Так, в экипировку. Так, привет, желаю тебе 10 лямов. Спасибо. Фриз, ты любимый, я играю Майн 2. Так, спасибо, передай привет. Кстати, я дошел до Титана, как его убить, каким оружием? Ну, самое легко с серпами его убить. Покупаешь серпы просто и убиваешь серпами его. Это самое легко. А так, в принципе, можно любым попробовать. Так, ребят, смотрите, значит, что, у меня легкие сабли, у меня глава. Ну что ж, давайте продолжим. Глава вторая, посол. Ты принцесса? Ничего себе, как у нас принцесса. Какая мы тебе принцесса? Так, ты донатишь в игры? Да, я в Shadow Fight 3 задонатил специально, чтобы лутбоксы открывать быстро. Так, стеганый доспех, да, я уже читал. Данил, поиграй в Block Strike, я читал. Зикс, стрелок, передай мне привет. Да, привет тебе, Зикс, поиграем в Marmuk Team Monster Crash. Я не знаю, что это за игра, надо посмотреть. Так. Желаю 177 миллионов, ого, кто больше. Так, когда у тебя день рождения? 21 января у меня день рождения, то есть вот после Нового года. Некоторые мои комменты не читаю, Skids Game TV. Нет, я стараюсь все читать. Так, как дела? Надеюсь, хорошо. Да, вроде все хорошо. Так, посол, ты принцесса. Как ты, как ты это докажешь? Ты была у нас в лагере почти месяц. Не смешите меня. Так, кому это он говорит? Что-то не могу понять. Так, и я улаживаю дела моего народа своими руками, не поверишь.
Ну так я уже сделала больше, чем могла бы, сидя на троне. А, на принцессу, ничего себе. Довольно, у меня в охране есть Красный Лев. Это прославившийся своей кровожадностью легионер, и у него давно не было работы. Так, отбейся от его хранителя посла. Ну что ж, давайте отобьемся, ребят. Так, мне скоро 9 будет. Да, круто. У меня 22 января, Ирина. О, классно. Сними кота рыболова. Так, я желаю тебе... Ага, спасибо, ребят, всем спасибо. Ух ты, ничего себе. Короче, я отвлекаюсь, ребят, опять и начинаю проигрывать. Давайте уже загасим этого посла рыболова. На, получай. Так, отлично. Ух, ничего себе. Слушайте, вроде у меня нормально, а он что-то меня дамажит вообще очень сильно. Да подожди ты, а. На, держи. Эй. Да получи ты уже, ну что ж такое-то. Ох, запулил меня. Да, все, победил, ребят. К сожалению, я проиграл. Так, у меня 13 октября день рождения. А, уже было, да? Ты самый крутой мне идея. Ты на телефоне играешь? Нет, я играю на Ноксе, ребят. Я играю на Ноксе. Да куда ты? На, держи. Ух, ничего себе кинул мне. Так, давайте победим этого красного льва, ребят. Ух ты, ну, держи, я тоже так могу. Я играю на Ноксе, ребят, и я играю на джойстике. У меня вот джойстик, у меня настроено так, что я могу на джойстике играть. Ох, как это больно. Ты будешь снимать еще стримы? Да, Нокс это эмулятор, да, правильно, ребят. Ох, я проиграл. Я отвлекаюсь постоянно на ваш чат. У меня тут второй монитор, ребят, у меня два монитора. На одном я играю, на втором у меня тут чат. Максим, когда у тебя день рождения? 21 января, я уже сказал, ребят. 21 января у меня день рождения. Прости, что не говорил о тебе, что я принцесса. Не до этого был. А, так она принцесса, это Джун. А сейчас надо отца спасать, да и всю династию. А, ясно, ну теперь понятно. Так, сыграй Лего Хоббит. Это Красный Лев, есть Кошрая. Ох, что я нажал? Я нажал, ребят, сетевую игру. Ладно, давайте уже в сетевую. Так, у меня 21 января день рождения. Вау, тоже классно, круто, ребятки. Значит, вместе все будем справлять 21 января. Так, ладно. Винен Глимен G27 какой-то против нас играет. Давайте попробуем его победить, ребят. Так, я первый ударил. Давай. Получай. Вот, отлично. На, держи. Подожди, друг. Пожалуйста. Давай, не надо, а. Есть, отлично. Ух ты, победили. В сетевую игру зашел. Кстати, Макс, у меня Майн 1.11, Counter-Strike 1.6, CS GO, Portal Knights, Garry's Mod и Crysis. У меня есть день рождения. И у меня день рождения 16 февраля. Классно. У меня у Даши, у дочки старшей, 7 февраля день рождения. Так, давай. Да что ж такое-то, а? Давайте сейчас, ребятки, я постараюсь победить его. Да подожди, да ну, чувак, ой, он меня бросил. Я теневую энергию совсем не использую. Все, он меня убил. Скачай Майн, а где Нокс скачать? Нокс в интернете можете скачать, нам берите Нокс, эмулятор Нокс, и он бесплатный. Ты живешь в Москве? Нет, я живу в Омске. Так, Ирина, передаю тебе привет. Ух, ничего себе. Ребятки, так, сейчас давайте попробуем выиграть. Так, подожди, чувак, подожди, ну дай победить, а. На, держи. Ай-яй-яй, я всю энергию эту использовал. Ух, шок, и он мне оружие выбил. Короче, я проиграл, ребят. Я не могу сосредоточиться на игре, и похоже, это все, это ГГ. Да, все, ГГ. Ты знаешь, кто такой котенок Лайк? Нет, не знаю. Ты крутой, у меня 30 апреля. Ну, классно, круто. В апреле это хорошо, в апреле это классно. Так, поиск партии. Не надо. Давайте главу все-таки пройдем. Все, я не отвлекаюсь, ребят. Все, я больше не буду ваш чат читать. Ваши сообщения, вернее. Давайте попробуем пройти все-таки игру. Надо немножко поиграть еще. Так. Есть, я первый ударил. Ну, такие топоры мощные, а. Ты посмотри, сколько он отнимает. Половину просто. Просто половину. Да ладно, давай. На, держи его. Отлично. Да что такое, а? Мы, по идее, должны выигрывать, а? Мы же скоростнее его. Да. Ну. Да ты...
Ты издеваешься, ты посмотри. О, хпшки чуть-чуть осталось, и я проиграл, а? Ну это вообще нереально. Ты все равно крутой. Спасибо, спасибо. Давай, давай. На, держи. Так, я вообще обещал не читать чат. Все, я больше не буду читать. Я не читаю, короче. Да хватит, он одни и те же мне удары наносит. На, держи. Да что такое, а? Что ты за человек-то ты такой, а? Ведро еще такое огромное себе одел какое-то на голову. Ох, это больно, это больно. На, держи, вот, отлично. На, держи, все, ну наконец-то, а? Красного льва этого победил. Передай мне привет мне и Жане. Привет, Юля и Жане, привет. Эй, Макс, у меня день рождения 10 февраля. Классно, Андрей, прикольно. Я в Ростове. Ростову привет. Так. Да что ж ты будешь... Да ты посмотри, а. Ничего сделать. Когда будет 21 января, то сними стрим. У меня день рождения 17 февраля. Ну не знаю, ребят. Смотрите, я ему оружие выбил. Тем временем. Пока опять читал ваш чат. Ваше сообщение. Так, давай не надо только, а, чувак. Ух, на, держи. Ой-ой-ой, это что такое? Давай. На, все, отлично. Сними драйв ахед, пожалуйста. Я продолжаю все задания, эта игра супер. Ну ты класс, пойми, желаю 50 лямов. Спасибо. Так, ну что ж, немножко прошли, ребят. Отлично, хоть чуть-чуть. Ух ты, золотой образ прокачался. Еще облегченный доспех. Так, и бонусная карта, ладно, давайте бонусную карту посмотрим. Так, порекламируй меня, пожалуйста. Подпишись на меня, пожалуйста. Так, мистер Тайвер. Нет, я, к сожалению, никого не рекламирую. И это спам, ты знаешь, так нельзя, нельзя такое писать. Так, эй, передай мне удачи, завтра я буду снимать видео. Ирина, удачи тебе в этом нелегком деле. Так, у меня 29-го, ну тоже круто, круто. Так, ты классный, спасибо. Так, продолжаем. Так, что у нас, в экипировке вроде бы ничего нету. Глава вторая сложная, ребят, ну что ж, поехали. Так, Кибо здесь нет. Кибо здесь нет. А вот ее ученики уже хотят нас наказать за то, что мы порочим ее имя. Выпустят нас отсюда только если ты победишь их текущую чемпионку. Победить чемпионку школы Кибо. Сложно. Кстати, у меня лагает Portal Knight 2.1.2.1. Почему? Возможно, компьютер у тебя слабенький. Ух ты, смотри, чемпионка Кибо. Давай попробуем ее победить, ребят, а? Арклайт какая-то, а? На. Да как, я нажимал, ты что не дерешься-то, а? Давай, бей. Вот, у нее оружие такое тоже скоростное. Да, ох, я не понимаю. Ох. На, отлично. Я ей не дал теневой энергии воспользоваться, ребят. Ух, хорошо. Давай еще. Ну. Эй, это что такое было? На, ух ты, отлично, хорошо. Ты супер классный ютубер, с помощью какой программы ты снимаешь? И передай мне привет, пожалуйста. Так, сейчас я с помощью OBS провожу стрим, а снимаю я, ну, с помощью этого бандика. В основном. Да ты посмотри, даже ударить не может, а. Так, ой, не может. Я не могу, вернее, ударить. Да что такое, давай. Ой-ой-ой, кидаем ее, вот, хорошо. И давай теневую, вот, отлично. Так, а в атакую еще. Ай, не успеваю. Да хватит, алло. Ах, все. Да, убил. Через что ты монтируешь? Монтирую через Sony Vegas. Сыграй в игру Minecraft Story Mode. Да, я ее уже, ребят, скачал, кстати. Давно уже ее скачал, давным-давно. Вы меня все просите, я все никак не решусь ее снять. Не знаю, интересна игра, неинтересна, я просто не играл ее никогда. Так. Ты мне оружие выбил, а ты в курсе? И как я тебе должен теперь победить? Ты не подскажешь мне? А? Ты не подскажешь? Давай, попробуем вот так тогда, ногами. Нет, оп. Ой, нет, ребята, похоже, против нее никак. Давай, критический удар ей, прикинь, нанес. Так, ладно, давай. Да подожди, ох, она меня побеждает, ребят. Так, поиграем в Minecraft. А ты будешь снимать Angry Birds Epic?
Angry Birds Epic, не знаю, вот думал Angry Birds 2, там обновление новое. Так, меня поражает, как она промыла им мозги. Никто из ее учеников даже допустить не может, что она не чисто на руку. А, это она про Киба, да? Так, давайте еще раз. Так, Максим, ты можешь написать, как сделать канал. Просто я сам канал сделал, но когда я начал писать в Ютубе, а канал не выходит. Пожалуйста, напиши. Ну, ты должен... Ну как, я не знаю. Проще, знаешь, найди на Ютубе, напиши на Ютубе, как создать канал. И там у тебя выйдет видео. И там посмотришь, там люди подробные инструкции снимают, как создать канал. Все очень легко, в принципе, ничего сложного нету. Куда сложнее снимать и комментировать видео. Вот это вот уже, как бы да, вот это уже сложнее. Передай привет, я Фазлеев Никита. Кстати, ты знаешь Лололошку? Кто знает, ставьте лайк. У кого день рождения в январе, ставьте лайк. Так, Лололошку я не знаю. Ну, я так думаю, наверное, майнкрафтер, да, какой-то, или нет. Я не знаю, ребята, Лололошку не знаю. Я реколапу видел, а Лололошку ни разу не видел. Давай, давай, ух, хорош, хорош, хорош. Давай. Все? Нет, вот сейчас все. Вот сейчас, на, держи. Наконец-то, а. Вот видишь, начинаю не отвлекаться, и все, Арклайт, это побеждаем. Так, хорошо. Чемпионка проиграла, но не сдалась. И говорит, сами идите к Кибо и поймете, как ошибались. Якобы она совсем недавно срочно отправилась на передовую биться с ликвидаторами. Ликвидаторы в Легионе и правда нападают первым. Неужели посол уже сделал свое дело? Так, о чем они говорят, я вообще не понимаю ничего. Меня кто-нибудь видит? Нюша Смирнова написала. Ну, тебя никто не видит, тебя все как бы... Ну, видят твои сообщения. Так, привет, Максим. Знаешь, Киба пройти на изи, да? А как это сделать? Капец, 4 сока, всего 100 зрителей. Ну да, вот такое вот, не знаю почему. Потому что все спят, наверное. И еще, кстати... Такая беда с Ютубом, что он оповещения не присылает сейчас. Я не знаю почему, то ли мой канал именно как-то... Ну, очень многие жалуются, ребят. Поэтому если вы не нажали на колокольчик, нажимайте на колокольчик. Потому что, скорее всего, вам не приходят оповещения, что там выпустил я новый ролик или еще что-то. Ну, многие сейчас ютуберы жалуются. Ютуб что-то в этом... Ну, не знаю, что-то с этим делать, я не понимаю. Так, у меня 5-й левел. У меня 6-й уже левел. А у кого день рождения в январе? От 20 до 30? Ставьте лайк. Так, ну что ж, у нас Кибо получается, да? Или нет? Да, Кибо. Сам чемпион решил отразить атаку ликвидаторов. Не думал, что скажу это, но рада вас видеть. Мы пришли выяснить у тебя, что за дела у тебя были с послом и куда вы дели императора. А посол боялся меня и очень хотел, чтобы мою школу закрыли власти династии. Давай продолжим, когда я завалю пару ликвидаторов. Так, удержи ликвидаторов. Безумно. Окей. Так, нет, спасибо. Да, я знаю, что они безумные. Ну, давайте попробуем, ребят. Так, у кого день рождения в августе, да? Ставьте его лайк, ребятки. В августе тоже. Фикси Ютуб. Ух, ничего себе ликвидатор какой. Ух, ничего себе, с одного удара, вот это у него мечи. Вау, ребят, я ему, похоже, даже урона не нанесу. Ха, я ему даже ни разу не ударил, прикиньте. Вот это да, вот это здоровяк. Так, ну-ка, подожди, ликвидушка. Ликвидушка, подушка, ну-ка, давай. Еще разочек, он мне как мечами своими врезал, вот это мечи у него. Да ты издеваешься, как тебя победить? Я ему там хпшки не отнимаю практически. Так, ушел. А, кстати, можно попробовать его издалека бить, ребятки. Можно, да, попробовать. Ох ты ж. Да. Вот это да, ребят. Вот это да. Давайте убей его. Так, ладно. Давайте тогда дуэлька. Так, ну чё, ну чего ты застрял на нем? Я уже 3 успел обезвредить. Ждешь моей помощи? Так, ликвидатор будет драться против тех, кто много пользуется этой невой энергией. Постарайся реже использовать ее в бою. Угу. Так, ладно, давайте дуэль. Максим, а ты играешь на компьютере? Да, на компьютере, круто. Так, сделай голос как на видео. Мне кажется, он попривычней.
Так, ну, да, наверное, может быть, в следующих стримах я буду и мультяшный голос делать тоже, ребят. Почему нет? Можно попробовать. Так, давай. Чего? Так, Момо какой-то против меня. Момо, привет. Приветик, Момо. Давайте его попробуем победить, ребят. И нам нужны сундуки. Ух ты, отлично. На, Момо, все отлично. Тебе надо взять Гуандао Стражника. Да, я тоже думаю, что надо Гуандао взять. А ты когда-нибудь будешь левый аккаунт создавать там, где будут стримы? Левый аккаунт? А зачем? Для чего это делать? Привет, меня зовут Никита, мне 7 лет, ты очень крутой, я тебя люблю смотреть. Привет, Никита, тебе. Спасибо тебе. Вау, это что такое было? Что за залисон такой был? А, он, короче, теневую энергию применил. И, короче, поэтому все зависло. Ладно, я тоже могу теневую сделать, а еще я могу вот так. Так, не успел. Ладно, кинем тогда его, давайте. Так, можно тебе ник в танчиках оставить? Можно тебе ник в танчиках оставить? Так, ну не знаю, можно. Я думаю, что когда ты очень крутой, спасибо. Когда я буду в них играть на стриме, я думаю, что ты можешь так спокойно мне оставить ник и добавиться ко мне в друзья. Так, вот я для чего вот рубины вот эти купил, чтобы открывать вот такие сундуки, ребят. Так, я из Серова. Ух ты, Серов тоже знаю. Серов тоже знаю, это недалеко город. Так, что у меня тут вышло? Немножко прокачалось, денежки, бонусную карту давайте поглядим. Так, Макс, а сколько у тебя времени? У меня сейчас где-то уже 9 часов, да, 9. Так, а когда новое видео? Новое видео завтра будет, ура, стрим. Да, Коля Белов, привет. Я Джамиль, и ты крутой. Так, пока, пока. Виталий, пока, да. Привет, меня зовут Вова, мне 8 лет. Руки-базуки. Так, гоу, я сейчас оставлю, только запиши, что не забыть. Да, у меня 5 августа день рождения. Классно. Так, хорошо. Ух ты, золотой обруч еще прокачался, отлично. Так, что у нас там с экипировкой, ребят, давайте посмотрим. Вроде бы ничего нового такого. Так, новая способность. А что за способность? Ослабление, танец с мечами. И так, да, вроде бы ничего больше нету. Давайте бустер прикупим, ребят. Так, за 1500 вот этот редкий возьмем. Максим, ты живешь в России? Да, в России, в Омске живу, в город Омск. Когда Shadow Fight 2? Не знаю, может быть завтра. Да, ух ты, залоченный посох, эпический посох, новый предмет, ничего себе, ребят. Эпический посох выпал. Сними Валерку, это хайповая игра, и видел ее в трендах. Валерка. Валерку я снимал уже сегодня, ребят. Валерка уже сегодня был. Так, ну что ж, давайте выберем этот крутой посох. Смотри, сколько здесь. Так, град можно одеть. Так, дальше, что мы можем одеть? Ослабление, эпический перк. И... Так, удар, смерть, пробивание блока, 45, так, шанс похитить 100% против при ударе. Давай вот это. Вот, так, выбираем залоченный посох, ребят, крутой. Реально крутой, а? Так, все, давайте начать дуэль. Попробуем в дуэли поучаствуем еще, повыбиваем. Так, может потом, так, 1110, шериф какой-то против меня, ребят. Давайте попробуем сразиться с шерифом. А Drive Ahead, что Drive Ahead? Drive Ahead тоже, я думаю, будем снимать, ребят. Почему нет, да, можно. На, отлично, ух ты, какой посох прикольный. Ну он какой-то короткий, что ли, нет? На, ух ты, шериф, все что ли? Да, это перфект, ребятки. Так, что бот творит? А что он творит, бот? Бот говорит, что нельзя. Так, бот, вали отсюда. Нет, бот, специально это я бота прикрутил, чтобы он следил, чтобы там не ругались матом и прочее такое. Так, хорошо, давайте. Оп, оп. Да что ж такое-то? Так, сейчас попробуем. Да, подожди, на, держи, вот. Вот, отлично, хороший удар, мне нравится. Ух, хорош. Нет. Ух, ничего себе, смотри, какая палка у меня. Ух ты, прикольно.
Прикольно, удары какие, палкой. Вы видали, ребят? Паник, я себе, ты крутой, поздравляю тебя с 400 тысяч подписчиками. Я бью, что ты не передаешь мне привет. Артем Шрамов, привет тебе. В какой стране ты живешь? Я же говорил, в России я живу. Ты подписан на инши канал. Какие каналы, не знаю. Не подписан вроде бы больше никуда. Так, начать открытие, давайте откроем сразу. Я хочу эпичные повыбивать уже. Так, что за сундуки? Так, опять нунчаки. Укрепленный шлем, о, отлично, это хороший перк. Это хороший перк. Так, продолжить. Так, давайте еще дуэль попробуем. Мак, когда выйдет Roblox? Пока не снимал, не знаю когда. 1131, так, против меня какой-то крутой. Артем Шрамов, привет, я тебе передал. Ты под этим ником сидишь. Так, Гуадо 95 какой-то. Так, давайте попробуем победить, ребят. Ой-ой-ой, да что ж такое-то? Хватит, алё, Гуадо, получи. На, держи, вот, отлично. На, еще. Ух ты, кинул меня неплохо. Да, у него вот это Гуандао Стражника. Оно крутое, я не понимаю, почему он им не бьет. Оно вообще очень классно. На. Да подожди ты, а. На. На. Ого-го-го-го, все, он меня выиграл, похоже, ребят. Он меня выиграл, да, отлично. Максим, у меня время 18.00. Ну, это московское время, а у меня плюс 3 по Москве. Так, ты знаешь познавателя? Да, знаешь. Максим, ты знаешь Винди 31? Да, знаю. Знаю. Ну, как, лично не знаком, конечно, но... Он снимает прикольные видео, да. Ой-ой-ой. На, на. Получай. Так, надо как-то попробовать победить все-таки его сегодня, ребят. Есть, отлично. 1-1. А ты начал самый первый, начал СФ3. А это, ты начал самый первый СФ3? Не понял вопроса. Привет, ты крутой, спасибо. А у тебя 3 года, он хорош тем, что читает чат. Я у тебя 3 года, он хорош тем, что читает чат. А, ну я тоже читаю, ребята, я читаю. Так. 3 года вы у меня не могли быть, потому что у меня... Ух ты, ничего себе, я его побью. Максим, ты меня, конечно, извини, но у меня самый-самый любимый ютубер Виндяй. Ничего страшного, почему я должен на это обижаться, конечно. Так, редкий сундук, отлично. Так, гоу, я сейчас оставлю итог, запиши, чтобы не забыть. Какой у тебя телефон? Так, знаешь канал Луномосик? Луномосик, знакомый какой-то канал. По-моему, не знаю, ребят. Ну, что-то знакомое. Какой у тебя телефон? Телефон, обычный какой-то. Так, давайте ликвидатора попробуем победить, ребят. На, держи. Ух ты, ну я... Ух, ничего себе! Чё это он так ударил, меня так опрокинуло. На, получай, давай. Да, да что такое? А, ты посмотри, меня вырубает просто. От его ударов меня вырубает. Давай еще раз. Ох, вот это больно. Нет, 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 не попадай. Вот, отлично. Отлично, он не попал, ребят. На, получай. Ах, а вот сейчас все, сейчас все. Ты посмотри, а. А когда снова будет стрим? Не знаю, ребят, может, в субботу проведем с утра пораньше. Попробуем, посмотрим, как получится. Я еще вот попробую до этого времени провести, наверное, интернет другой, чтобы у меня вот таких лагов не было. Я не знаю, вроде бы интернет у меня хороший, но что-то почему-то лагает все-таки. Я думаю, что это только... Что это... Да подожди ты, а. Посмотри, какой наглый, а. Эй, алло, а тебя можно вообще победить, нет? Ликвидатор. Ты посмотри, я ему проигрываю, а. Так, какую ты программу используешь, чтобы менять голос? Я использую... Где я меняю? Я меняю в Sony Vegas, во. В Sony Vegas. Можно менять. Можно менять еще на стриме, там у меня какая-то есть программа. О, кстати, ребят, задание же есть, давайте задание выполним. Легко, нейтрализуйте диверсанта. Давайте там же... Так, а ты как Иту победил? У меня он невозможный. Иту, не помню. Посмотри, по-моему, я тоже просто так... Передай мне привет, я из Москвы. Ты мой самый любимый. А ты знаешь, какого ютуба база гейм? Нет, не знаю. Так, давайте. Да что ж такое-то?
Я не 3 года, это у тебя, а 4 месяца, это у меня автоопись. А, 4 месяца? Ага, ясно. Максим, ты будешь играть в Mortal Kombat? Но не здесь. Знаешь, Funny Family Games TV? Так, да, зачем ты написал большими буквами? Большими буквами нельзя писать. Да, знаю Funny Family Games TV. Так, а сколько у тебя времени? У меня 18.03. У меня, так, у меня 21.03. То есть, получается, 10 час, ребят. Так. Давай, давай, попробуем победить его уже. Надоел. Ух, вертолетный удар, смотри, диверсант. А. На, держи, вот это нормально. Так, здравствуйте, здравствуйте. Funny Max TV. Привет. А ты живешь в квартире или в доме? В квартире я живу. Давайте вы подпишетесь на Виолетту Смирнову, а она на вас. Передайте, пожалуйста, привет. Так, Олеся Шатова, передаю тебе привет. Так, продолжаем. Так, хорошо, давайте еще задание выполним. И все-таки я хочу победить этого ликвидатора сегодня, ребят. В чем дело? Пожалуйста, помогите набрать, так, 100 подписчиков. Это спами кто-то. Так, а ты когда... Так, а ты когда какие-нибудь шутеры, например, Bloodstrike, почему мой коммент удаляется? Я не... А потому что большими, наверное, буквами пишешь. Нельзя большими буквами писать. Уже пророк, смотри, какой-то. Да ты... Ты чё, офигел, что ли? А ну-ка, иди сюда. Ну-ка. Ох, ничего себе, вот это да. Так, во сколько заканчивается стрим? Я думаю, что сейчас победим ликвидатора, ребят, и будем уже заканчивать на этом. Уже 3 с лишним часа я стримлю. Поэтому, думаю, ну что, хватит на сегодня, наверное. Так, давайте его попробуем ударами снизить. Ух ты, отлично. Я большими буквами не писал. Ну не знаю тогда, почему мы... А что ты написал тогда? Напиши еще раз, я посмотрю. Так, ну нет. Так, слушай, Максим, я Shadow Fight 3 не знаю, но Shadow Fight 2 я очень люблю. Я прошел сейчас взломку и не взломку. А какая игра дальше? Так, на сегодня, наверное, все уже, ребят. Больше никакой игры не будет. Я думаю, что... уже все, скоро будем заканчивать. Так, я победил, отлично. Максим, а ты знаешь Сливки Шоу? Да, видел несколько раз. Так, Денчик крут, пиши ник, Денчик великолепный. Ага, ясно. Хорошо, так, Филадельфия, нет, ты самый лучший. Спасибо, спасибо, ребят. Так, ответь, клёвый чувак. Клёвый чувак, что ты написал? Ну, я не увидел, к сожалению. Я, к сожалению, не увидел, что ты написал. Так, давайте тогда, что, попробуем ликвидатора, ребята, он сложный. Так, ты крутой, да, спасибо. Стрим когда? Не знаю, ребят, когда следующий стрим. Смотрите, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Зайдите прямо сейчас на канал. И если у вас колокольчик не нажат, то нажмите на колокольчик. Он должен быть нажатым. Над ним должно быть сверху такие две палочки сверху появиться. Да что такое? Ты посмотри, он меня вырубил. Ай, он же надоел. На, получай. Как его победить, а, ребят? Вроде бы он не такой, я бы не сказал, что он прям супер-мега сложный какой-то, но тем не менее, я его выиграть не могу, а. На, уже, надоело. Уходи, уходи, тень. Так, давай, я его тень по привычке. Так, за злого ютубера по CS GO, покажи. Так, ой, ой-ой-ой, да не, ну ты посмотри, а. Вообще невыносимый какой-то. Так. Так, подпишись на меня, пожалуйста. Так, Ваня Климов, привет тебе. Где ты живешь? В Омске живу. Я уже так говорил, ребят. Так, на. На, на, получай. Да что ж такое-то? Как он надоел, а, ребят? Реально надоел. Ой-ой-ой, да опять меня оглушило. Ушел. На, держи. На, вот так. Давай, давай, давай. Ух, хорош. Хорош. На, на, давай уже. Давай, победим уже его. На, ну, еще раз. Давай, 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 давай. Есть, отлично, ребят. Хоть, так, ты будешь играть в Танки Онлайн? Да, возможно, буду, ребят, когда-нибудь. Может, стрим даже будет. Макс, когда выйдет Roblox? Так, не знаю, когда. Рома Фильцов, ты сейчас, если не прекратишь, я тебя забаню навсегда.
Так, давай, давай, давай. Так, отлично, еще разок. Давайте еще разок. Надо еще разок выиграть, ребят. Давай, бить. Да, ты посмотри, а как он мочит. Просто нереально что-то, а. На, на. На, на. На большой дистанции надо, короче, от него держаться. Уходим. А-ха-ха-ха-ха. На, получай. На, на. Так, уходим. Ох, промахнулся, отлично. На. Отлично, промахнулся. На тебе, теневой энергии. На, еще тебе. Давай, 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 давай. Успеваем? Да, отлично. Так, кому взаимку? Где твои дети, Макс? Так, Джун. Поверить не могу, что мы вместе с Киба сражаемся против Легиона. Прямо как в детстве, когда мы были против всей школы. Ну все, мне пора в глубокий тыл за подкреплением. А вам советую появиться на общем сборе на площади. И что, мы вот так ее отпустим? Мы не можем нападать на нее сейчас. Она при нас сражалась за династию. Двинемся за ней, но не так быстро. Так, ну что ж, ликвидатора я победил, ребят, отлично. У нас с вами еще, наверное, пару боев, и будет седьмой уже уровень. Так, отлично, облегченный колпак, гуандао стражника, расшитый костюм. Так, давайте, наверное, посмотрим пока рекламку. А есть Shadow Fight 3 на Android? Да, конечно, есть. Ссылочка в описании, пожалуйста. Нет, ну не здесь, здесь на стриме, по-моему, ссылочки нету, а вот на видео найди. Найди видео, и там есть у меня все эти ссылочки. Так, ну, в принципе, неплохой лут такой мне тут выпадает. Ну, ничего не прокачалось хорошего, ребят. Ничего хорошего не прокачалось. Так, ну что ж, ребят, я думаю, что будем на этом заканчивать. Так, сейчас вот Василий Квартов. Забаню его навсегда, чтобы он писал тут всякие гадости. Так, где ты? Где ты? Где-то заблокировать. Так, Валерий Щебанов, ты лучше. Максим, а следующий стрим? Так, сказать. Funny Games заблокировал пользователя. Так. Так, сейчас, пожалуйста, на тебя Ютубу. Сейчас, пожалуйста, на тебя Ютубу. Кому там он жаловаться собрался, я не понял. Максим, ты уже стрим заканчиваешь, просто мне мама сказала, чтобы я телефон отходил. Да, все, ребят, я, наверное, на этом уже все закончил. Спасибо вам сегодня, что вы посмотрели. Ставьте лайк, ребят, если не поставили их еще. Так, Рома Фельцов, хорошо. Ты, я вижу, не понимаешь по-русски, придется тебе по-английски сказать. You banned, чувак, you banned, ты забанен. Так, Макс, ты молодец, очень хорошо снимаешь. Забанил Рому Фельцову. Да, забанил, все, ребята, он больше не будет нас доставать. Все, ребятки, всем спасибо. Спасибо, что посмотрели. Сегодня у меня был первый опыт, первый стрим на канале. Спасибо, что вы смотрите меня, поддерживаете. 400 тысяч на канале, это все-таки немало, ребят. Это очень круто. Не знаю, про что будет следующий стрим, ребят. Посмотрим, посмотрим. Может быть, также я объединю. Конечно, это плохо объединять, так делать сразу три игры подряд. Это, честно говоря, не очень хорошо. Поэтому сегодня просто так вот, такой, как сказать, праздничный стрим. Поэтому я, наверное, так сделал. Все, ребятки, давайте, всем удачи, всем спасибо. У кого уже ночь или скоро будет ночь, всем спокойной ночи. С вами был Максим, ребят, Funny Games TV. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Увидимся.